Периодически нам приходится обновлять драйвера на своем компьютере, особенно после переустановки системы. Конечно, это можно сделать через официальные сайты производителей системного оборудования или воспользоваться бесплатной программой, такой как Slim Drivers, с помощью которой вы можете обновить все ваши драйвера на вашем компьютере. Обновление драйверов происходит в два этапа. Первый этап – это облачное сканирование, второй этап – непосредственно установка драйвера. Для начала нажимаем клавишу Start Scan, и как видим, программа сканирует вашу систему и находит устаревшие драйвера. Как видим, это есть драйвера от видеокарты, SATA контроллера и так далее. Для того, чтобы их обновить, нажимаем Download Update, подтверждаем, и программа начинает поиск свежих драйверов. Как видим, происходит сейчас распаковка драйвера. Данное окно нам предлагает скачать полную версию данной программы, которая будет иметь более расширенные возможности. Но если вы не часто обновляете драйвера, то бесплатная версия вам вполне хватит. Как видим, происходит установка драйвера. И в диспетчере установки мы следуем стандартным пунктам. Установить. Выбираем тип установки, принимаем соглашение. Как видим, после переустановки программа нам предлагает перезагрузить, чтобы наши драйвера вступили в силу. И как видим, используя данную программу, мы очень быстро находим те драйвера, которые у нас устарели, и обновляем их, не тратя много времени в интернете на поиски очередного драйвера. На этом данное видео заканчиваю. Всем спасибо.